Ты три, Карл! Да, братан, падай, ты не донесешь их. Слишком высокий груз для тебя. Слишком... Как всегда, кофе, варпачи, овар, и сегодня мы будем играть в Ultimate Chicken Horde. Всем здорово, чуваки! Всем привет, ребята! Сидели мы, значит, такие, думали, что записать, 2 часа ночи, все дела, и заметили, что недавно, оказывается, вышло новое обновление в этой замечательной игре. Ну и спросите же, что добавили, ребята, новая, замечательная, крутая, суперсложная карта. Ну чё, парни, готовы? Готовы, 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 пойдём на карту. Давайте тогда поднимаемся. В общем, ребята, новая карта под названием Причал. Мы еще ни разу не запускали ее, не знаем, что нас там будет ожидать, поэтому давайте взглянем и сделаем даже такой небольшой обзор на нее. Да, вот это круто, пацаны, вот это круто. Слушайте, нужно вспомнить вообще, как мы играли, давненько мы не заходили сюда. Так, а вот по этим штукам можно бегать? А куда вообще идти-то? Да, как я понимаю, да, это же ведь причал, пацаны. Если издалека посмотреть, то это выглядит реально как причал. Нет, стой, Кирюк, стой. Повыше. И вот сейчас чуть выше, еще выше. Еще. Вот так. Там и... Ладно. Давай, ой, что это такое? Подожди! Вы чё? Куда вы побежали-то? Стоянка, подожди! Быстрее поднимайся! Что это такое? Лол! Волна, ребята, это волна. То есть нас может накрыть. Вот это да. Офигеть, вот это уже круто, парни. Ну смотрите, нам очков пока что не дали, потому что уровень слишком простой еще, да? Поэтому нужно как-то усложнять. Давай. Мы любим такой. Усложнять. Так, подожди, я хочу прокатиться. А я вот бегу. Ай-яй-яй! Братан! А, я все, я умер! О, я прошел! Так просто обсудите, пожалуйста, Кирилл прошел, а мы с Димой просто не смогли этого сделать. Как? Я не знаю, это было очень-очень здорово. Ну, Кирилл, ребят, как вы помните, Кирилл у нас был самым жестким в этой игре, да, поэтому как бы он и проходит это все налегке. Так, давай вот так вот. Так, что карта мне уже даже очень сильно нравится. Слушай, появились, да, вот такие объекты, которые двигаются, а мы сможем наверх забраться? Я хочу вот здесь вот наверх. Ай, нет, мы не сможем. Подожди, аккуратно. Быстрее! А, я умер, Капец. Тихо. Ай, это очень сложно было. Как ты, Дима, не касаешься? Вау, вы посмотрите. Ты, конечно же, красавчики. Ребят, не забывайте писать в комментариях, нравится ли вам вот эта новая карта, потому что лично мне, я не знаю, как вам, пацаны, но мне очень нравится. Вообще просто охеренно. Просто вот волна в тему, на самом деле. Согласен полностью. Вот так. А я думаю, знаешь, немножечко усложнить и сделать вот так. О, даже так, ты издеваешься? Так, да. Я так понял, волны нельзя касаться, да. Волны нельзя касаться. Да, иначе же она вас смоет. Так. Ай, я умер тут, да, блин. Ай-яй-яй, там вода, вау. Отлично. Так, Олег прошел. Я тоже прошел. Давай, пожалуйста, дайте очки, да, отлично, дали очки. О, Олег, нифига. Аутсайдерам тут дали немножко, отлично. Немножко за аутиста тоже дают. Я снова возвращаюсь в игру. О, а где я? А, у меня поставилась. Она очень большая, и в этом ее плюс. Да. А то все остальные карты, они какие-то маленькие, какие-то что-то такие, в основном, да, большая часть из них. Дима, зачем ты поставил туда эту штуку? Я не знаю! Ай-яй-яй! Меня задавило! Капец! Да, туда тоже, Кирилл, нельзя, капец, вот в этом тоже. Просто волна убивает сразу же. Я прошел, отлично, все, я красавчик. Скажем так, свой путь, по которому я уже возвращаюсь второй раз к финишу. А сейчас все вместе туда пойдем. Давай, просто. Давайте, как я понял. Кирилл! Зачем ты это? Это Ultimate Chicken Horde, братан. Здесь нельзя пользоваться такими лайфхаками. Понимаешь? Ты нам сейчас все прохождение запоганил. Вот так вот, не знаю, проходите как хотите, как говорится. Ой-ой-ой. Нет! О, я умер опять! Да ладно! Опять обполну, боже мой! Учитесь, просто учитесь у меня! Олег опять проходит! Офигеть! Все, надо что-то делать вот там вот сверху, чтобы Олег потом проходил. Надо усложнить, ребята! Не мешайте, не надо! Пожалуйста, нет! Ну нет! Вот так, братан! Да не достанься ты никому! Ой, вот теперь, ребята, у нас будет... Я побежал, ну нахрен эту волну вашу. Я тоже побегу.
Так, я бегу. Да ёкарный бабай! Ай! Все умерли! Жесть! Это сложно. Это волнует. Это реально очень сложный уровень. Уже мы построили, мы еле-еле его проходим. Ой-ой-ой. Вот эти движущиеся объекты, это, конечно... А нафига я взял бомбу? Я думал, это не бомба. Куда вообще ставить? Куда, чё, кого? Блин, я даже не знаю. Ладно, давайте... Нет, давайте куда-нибудь сюда. Ага, давай. Не знаю, зачем, но... То, что нам поможет! Прилип. Так, подожди, секундочку! Капец! Офигеть! Ну как это проходить? Грёбаная волна! Мы, походу, дальше вообще не пройдем. Но мне кажется. Проходим, ну пацаны, хватит, что время-то у нас не бесконечно, оно у нас, по крайней мере, ограничено. Да, время у нас кончится. Но Олег пока лидирует, поэтому можно вообще не париться. Да, я не парюсь, как видите, я нормально так, знаете, на релаксе. Так, давай сюда. Олег пока выигрывает, да, ему можно вообще... Так, Дима, ты куда там? Тихо, черт возьми. Ай, да ё-ё-ё! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот тут мы с тобой, Кирилл, ставили вместе вот эти штуки. Вау, там нет воды, отлично! Она исчезает! Она исчезает! Как отлив и прилив! И она появилась, лол! Жесть, я вовремя ушел. Так можно переждать просто, получается, да? Так, да. Ну смотри, Кирилл все равно еще не догнал меня. Да. Поэтому... Опа! Монетка. Так, мы же легко бегаем сюда, да? Вот, давай, мы не будем легко бегать теперь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я забыл! Ай-яй-яй! Ай! Я забыл вообще про это. Ай, я умер! О, все просто сразу бам! Что такое? Я придумал план, пока не буду говорить какой, потому что я должен выиграть. Я тоже придумал план, но я не скажу тоже какой. Так, а я вот не придумал план. Парни, я не придумал. Так, ладно. Окей, сюда. Быстрее, волна. Да! Ай, да, карамба, сухо. Второй раз на той же херне. Сложный уровень. Я вообще забыл про эту пулялку. Вторая монета. Вы понимаете, кто сейчас проходит, просто он может забрать за целый куб. Ага, собери монетку там, братан. По-моему, это невозможно. Ай, дай ладно, дай. Ай, да блин. Карамба, как тут проходить? Так, а сколько, подожди, интересно, раундов у нас еще осталось до конца. Мне вот братан, не знаю, не знаю. Тут нам намекают, взорвите свои постройки, потому что пройти невозможно. Да. Ну, потому что очень много бомб нам дали. Ладно, давайте вот... Кто там сломал? Воу-воу-воу, а как мы теперь монетку-то возьмем? Оп, аккуратненько. Я опять по эту фигню. А, да я задел воду, да, чину! Это просто невозможно. Просто говорят, нет победителей, нет очков. Нам уже сама игра намекает, типа, вы что построили такое, а? Вообще, да, извращенцы. Ломай быстрее. Жесть. Да тут даже так, ломать нечего, тут наоборот строить и строить только. Ну, так, оп. Так, аккуратненько. А? Быстрее, ломай. Под выстрел. Так. Олег, ты там не пройдешь. Смотрите, как я переждал волну просто. Хоп, и делаю. О, ну, Дима, давай. Дима, упади. А как? Дима, отлично. У тебя такой шанс был. Так, подлопа. Телепортация у нас там есть. Давайте вот так. Если бы она кому-то помогла. Да. Мне понравилось то, что здесь добавили много звука. Ага, так тайненько, знаешь, удалил. Что ж ты будешь делать-то, а? Что ж ты будешь делать?
Тут всего раз, тут нельзя сделать ни единой ошибки, вот в чем проблема. Ты делаешь ошибку, ты сразу умираешь. Тебе сложно, только чисто за это волны. Серьезно. Да, волна это хардкор. Передает сложности. Ой, я промазал, ну ладно. Да. Давай, хардкорчику. Олег, давай вот тут вот ждем. Ах, как так? Как? Ты серьезно, бро? Я не понимаю. Как она по мне попала? Сука, мразь. Так, я до сих пор лидирую, мне это. Давай монетку туда же, а? Давай, просто коллекция монеток. Да, коллекция монеток. Кирилл, ты что такое намутил там, а? На? Что же я намутил, братан? Я умер, нет, Олег, остановись, окстись. Олег, умри, Олег, упади. Олег, умирай, Олег, умирай. Смотрите, как мы все хотим смерти Олега. Очень ответственный момент. Сложно. Давай, умри. Все, Олег, все, теперь только вниз. Олег, только вниз теперь. Лопись, пока волна пройдет. Пацаны, вы понимаете, какой у меня груз? Три монеты, три, Карл. Да, братан, падай, ты не донесешь их. Слишком высокий груз для тебя. Слишком... Вы серьезно, а? Вы серьезно? Ой. Да, можете закрыть этот проход, это не работает. Ага, понятно, никто не закрыл, да? Хорошо. Офигеть. Все работают на себя же. Все пытаются делать только что-то всем. Ай, отдай монетки! Ай, блин! Теперь я буду ждать, пока ты умрешь. Давай, Олежа. А он не умрет, все, он прошел, можешь прыгать, Олег. Да как, лол. Офигеть. У нас тут победитель появился, я понимаю. Смотрите, сколько мне сейчас. Вау, 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 ее. Бэм-бэм-бэм. Неплохо, неплохо. Я прошел вообще, да, я проходил этот уровень, я помню. Когда-то были времена. Я проходил. О, были времена, о, были нравы. Когда-то кто-то Билл, проходил. Нет, понимаешь? А, там же можно было пройти точно. Господи! Смотрите, как я элегантно прохожу, как настоящий джентльмен. Сука, джентльмен! Конь педальный, сука. Три раунда у нас. О, портальчик. Это портал. Вау, ты серьезно? Ну тут решит тайминг. Да все, сразу в портал прыгать. Короче, я просто на шар, наверное, стрелю туда. Все равно уж мне нечего терять, 100%. А что, не работает? Портал! Работает! Кирилл, прошу! А вот на что Кирюха смог поместиться, а Дима нет. Не, я переместился и умер сразу. Да, то есть как вообще? Вы же одновременно вроде бы. Ну да, Кириллу больше повезло, так, я не знаю. Смотрите, это всего лишь пиксели. Давай. Я это пройду. Это же это легко. Это легко, Кирилл, конечно. Это легко, смотрите. Давай, Кирилл, мы в тебя верим. Кирюх, давай, 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 это, Кирилл. Это будет просто вот настолько легко, насколько только можно себе представить. Я говорил, это легко. Офигеть просто. Есть 4 раунда, мне срочно нужна монетка. Опа. Оп, а монетка будет моей, братан. Вот не знаю, как ты до нее не доберешься. Ну здесь точно не заберешься. А как-нибудь вот. Ну понимаете, пацаны. Кирилл, вот если бы ты сейчас поставил так, как это было в первый раз. Вот так вот? Вот так там дни. Оп! Блин. Та-та-да-да-та! О, я умер! А, вы, ребята, тут тоже не выжили. Мы все быстро умерли, Жень. Так, у нас планы еще 2 раунда. Мне самое главное за эти 2 раунда, чтобы никто не прошел, либо я прошел. Так, надо пройти, значит, да? Последний раунд это мой раунд, парни. Как хотите, давай его. Я не верю. Так, подожди, тут надо как-то забраться, да? Кожа.
Дима, спасибо. Парни, зачем не, ты это блокадировал? Зачем? А вот чтоб мы проходили... Вау! Ой, блин, я на свою же ловушку ударил, я в неё же. Чуваки, все, вау, вы не успеете. Вау! Ай-яй-яй, я почти успел! Ну ладно, блин, было круто. Знаешь, вас удавило. А чё, все нету, да? Или еще один? Да, еще у нас один. Олег победил. Нет, последний раунд, пацаны. Чисто решающий последний раунд, который может решить чью-либо судьбу сейчас. Так, я должен победить. Давай, собрался, сосредоточился. Ты сможешь это сделать. Давай, ага, нет, нельзя там. Слишком легко. Ничего, и куда мне так? Ладно, давайте вот здесь вот заберу. Разница особо никакой. Там вообще ничего не поменяется, если честно. Да. Оп! Да уже миллиметр оставалось, спусти! Ой, да ладно, нет, ну! Просто! Сейчас прикинь, вообще Дима возьмет и выиграет. Да, смотри. Если он возьмет монетку, ему еще за аутсайдера дадут. Куда там до монеты? Я понимаю, когда выиграю. Очень маленький разрыв. Сегодня, ребятки, победила дружба. Ничья? Ничья у нас вообще написано. Да, мне было написано ничья. Победила дружба, ребята. Все, ребят, короче, сегодня у нас победила дружба. Играли мы сегодня в Кугару. И пишите в комментариях, понравилась ли вам сегодняшняя серия. Ну а на сегодня все. С вами были как Стокофи, Варпач, Овер. Не забудьте подписываться на канал, оставить лайки. Всем пока-пока. Всем удачи, всем пока, друзья. Всем пока, ребят.